Ремонт подъездов стартовал в городском округе Люберцы. В этом году в рамках губернаторской программы обновят 149 входных групп МКД. По 16 адресам работа уже завершена, в том числе в поселке Томилино на Гоголя 26. Там побывали мои коллеги. Эту пятиэтажку обслуживает управляющая компания «Содействие». В этом году она попала сразу в две программы. Капитальный ремонт МКД, в рамках которого заменят кровлю, и мой подъезд. Работы на крыше продолжаются, а внутри дома уже обновленные стены, тамбурные двери, плитка и почтовые ящики. Полный комплекс работ проведен. Работы уже сданы в стройнадзор. На 2022 год в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» управляющей компании запланировано содействие было ремонт 45 подъездов. 15 из них с бюджетным софинансированием Московской области, 30 подъездов без софинансирования, в небюджетные источники. Многоквартирный дом построен в 1963 году. В последний раз подъезды ремонтировали здесь 5 лет назад. За это время состояние входных групп ухудшилось. Работу над их восстановлением оценил глава округа Владимир Ужицкий. Переговорили с жителями. У жителей нет нареканий. В принципе, все, что связано с входной группой, кафель, двери, почтовые ящики, электросчетовая. Ну, мы посмотрели, все это на уровне, все это аккуратно, чистенько, достаточно прилично, я оцениваю, выполнено. На данный момент процесс ремонта проходит в 40 подъездах городского округа. Если у жителей есть замечания по качеству проводимых работ, они могут сообщить об этом несколькими способами. Самые удобные – написать обращение в социальных сетях главы или на портале Добродел. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.